А еще никакого. Ну, у меня четыре вот эти каменные раздеры с четырех сторон и посредине такая. Они с двух сторон еще соединяются. Сверху снизу. Как купол. То есть как два купола, как октаэдр. Ну, получается, как купол, как пирамида. Как одна тестовачера вот эта вот. А, он соединяется таким куполом? Ага. Ну, тут ваджарный купол и пурба. А теперь закрой глаза. Ом бензакилькилая сарва беганен бам хум пэт. 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 В чем, ну, какая здесь энергия? Какая, ну, в чем разница была, не была? Ну, у меня пурба подо мной. Твоя пурба под тобой и все? Ну, скала чакры вот это. А я чопан добавила, флаг победы. С этой же пурбой. Оно снимает у свою дракону. Там еще пару у меня есть, но я сейчас не пойду за ними, потом почитаю. Я вот так сделала, видишь, пурбу с чопаном соединяла. О, сейчас будет смесь энергии. Я когда такую на привязке брала, то смесь идет. Ну ладно, посмотрим. Так, ну давай теперь вот эту. Ом бензакилькилая сарва беганен бам хум пэт. 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 Что, есть еще никуда? Ом бензакилькилая сарва беганен бам хум пэт. Ну тут четыре пурбы подо мной как крестом вот так вот сложились. Крестом как вишиваджа, в смысле? В разные стороны. Ну вот это вот, где соединились вот эти вот концы, вот так четырех полей. Под тобой стали эти. Смотри, здесь вишиваджа, дигук, пурба, дигук, ваджа. Дальше будем исследовать, что это такое. Я же жду, когда я смогу себе в дом принести ваджу колокольчик, пурбу. Будет интересно. Так, а ну-ка давай сейчас закрывай глаза. Быстренько, по пару секунд. Ом бензакилькилая сарва беганен бам хум пэт. 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 Как такое же, только из голубо-зеленых ваджа. Угу. То же самое, видишь, ваджа, пурба, дигук. Вон, смотри. Та же конструкция. Только здесь еще как катванга, видишь, жезл стоит. Не сразу пурба, не сразу ваджа. И ваджа двойная, видишь? Но в принципе та же ваджа, пурба, дигук. Так, ладно, закрываю глаза.
Ом бензе килькилая сарва беганен бам хум пет. Ом бензе килькилая сарва беганен бам хум пет. Ом бензе килькилая сарва беганен бам хум пет. Есть какое-то ощущение? Ом бензе килькилая сарва беганен бам хум пет. Ом бензе килькилая сарва беганен бам хум пет. Ом бензе килькилая сарва беганен бам хум пет. У меня как будто бы на сердце эскиз вон того вот рисунка от Вики. Защиты от нападения. На сердце появился, да? А, если учесть, что там... Смотри, первый раз, когда было, я без Чопина твоего дракона крутила. Ну, с твоим драконом работала. Потом добавила вот этот флаг победы. Ну, а так как здесь два милонга, еще они тоже защитные, все вместе выдала мягкую, потому что дракон это анахата, и защиту. Вот так оно у тебя работает. Так, ну и там Чопин добавился.